Мы очень ожидаем, что если даже какое-то время режим продержится, во что я не верю, если он не продержится, мы, конечно, Лукашенко будет судить, собственно говоря, сам белорусский народ. Вот, если он какое-то время продержится, то мы обеспечим судебный процесс в Гааге, международный уголовный трибунал, международный трибунал по уголовным международным преступлениям. У нас уже есть группа юристов, зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы. И после того, как приговор будет вынесен, будет выдан ордер на его международный арест. Он может быть арестован как внутри страны, так и за рубежом.